Дело-то в чем, Буч? В этом деле полно сраных мечтателей, которые мнят, что будут стареть, как вино. В смысле превращения в уксус, точняк. И вообще, Буч, насколько еще боев тебя хватит? Ты подошел близко к пьедесталу, но малость не дотянул. Если бы ты мог взлететь на вершину, ты бы это сделал раньше. Короче, в пятом раунде ляжешь. Думаю, когда все перетрется, у тебя все будет ништяк. Мы договорились? Похоже на то. В бою, может, что-то начнет зудеть. Это твоя гордость. Придави ее нахрен. От гордости только срань. Никаких проблем, мистер Волос. Да, Дэн, это самое кровавое и жестокое побоище, которое видел наш город. Что? Ты тот боксер. Я знаю. Ну скажи, ты это он? Нет, это он. Ты убил другого боксера. Убил? Мне очень жаль, Ллойд. И каково это? Избить человека голыми руками до смерти. Ты что, садистка? Нет. Но эта тема меня интересует. Ты первый, кого я знаю, кто реально убил человека. Давай так. Ты даешь мне сигарету, и тогда я расскажу все. Значит, Смиральда. Ты из Мексики? Имя испанское, сама из Колумбии. У тебя классная пикуха. Спасибо. А тебя как зовут? Буч. Что это, Буч? Я местный, у нас имя ни черта не значит. Но приступим к Эсмеральде. Что хотела узнать? Мне интересно, какие ощущения, когда убиваешь. Понятия не имею. Я знал, что убил, пока ты не сказал. Хочешь знать, что я чувствую сейчас? Совесть особо не мучает. Говорил же, как прошел слух, что я лягу, до меня никто не ставил. Просто невероятно. Да хрен с ним. Будь он крепче, остался бы жив. Если бы сообразил, что ему вообще не надо надевать перчатки, был бы жив. Ну ладно, наплевать. Хватит про бедного неудачника Ллойда, поговорим про процветающего счастливца Буча. А сколько конторах ты сделал ставки? Во всех восьми? Блин, Скотти, это же классная новость, просто отличная. Ладно, Скотти, счастливо. И еще немножко сверху, за беседу. Но если захотят узнать, кого возила, что скажешь им? Правду. Троих хорошо одетых, слегка поддатых мексиканцев. Бонсуар, Эсмеральда Вилла-Лобос. Буэнос ночес, Буч.